Приветствую всех, всем здравия. 9 июля 2022 года. Время 9 утра. У нас посадка аэропорт Домодедово. Через полчаса самолет у нас в Сочи. И начало нового проекта. У нас такой экспромтовый, то есть у меня билет в один конец. Когда вернусь, не знаю. Вот видео коротенькое, сейчас уже должны запускать. Просто времени не хватило, хотел отдельно снять, но уж как вышло. Так, похоже, вот наш зелененький стоит. Народу, в общем, немного. Что странно, говорит, занимайте, говорит, где места есть. Ну, в билете, правда, прописано мне там 26Б. Где-то в середке. Вот, так что сейчас на Сочи, потом надо дыркой. Ну, в общем-то, буду выбрасывать короткими роликами, что, где, чего, как. Ну и начал снимать проект, который, надеюсь, выйдет по завершению, когда вернусь. Когда вернусь, не знаю. Так что всем пока. Всем пока.